Так. Хорошо будет слышно. Хотя. Так. Собственно говоря. Холодос. Лучше так сделать. Вот холодос. Откну. Ой, глупость я делаю за глупостью. Что-то типа того. Сначала закрою крышкой. Опа. Так. Показывает 26 градусов сейчас в комнате. Так, ну, собственно, вот мы запускаем. Так, вот он запускается с этого SSD, все находится на этом SSD. Сейчас покажу, как все шумит, когда идет игра. Допустим, для начала так сделаем. Да, волк, они там полоски и прочая фигня.
equipment destroyed. Когда я просто играю без звука. Вот так вот. Со звуком. Так. А сейчас. Так, чтобы его по максимальному. Надо процессор нагрузить, получается, да? Крышку тут шкот. Светится, как елка, все это дело. А, ну вот, вот сейчас. Вот так он делает, когда собираются модули ядра. Говоря, так вот все работает. Это вот елочка. Тридцать два гига оперативки. У нее идет GTX, блин. Да. GTX, блин, именно так. Ну, вера стоят, потому что пока она считает себя достаточно холодной. Не знаю, видно, где вообще название материнки там. Ну, вон правильно написано. Даже не вижу так. Она получается под этой. Да, забавно. Так вот она выбирает. Ну, по сути, только кулеры торчат. Вот такой вот он засранный. Так вот все смотрится сверху. Ну, в общем-то, не сказать, что он прям громкий. Так. Ну, тут она прыгает, температура. Ну, вот, 77. В принципе, 80 берет. Ну-ка. Ну и по шуму, я думаю, слышно. Я готов. Ну ладно. Это все 20 потоков.
Да, достаточно громко, но он практически так не работает. В общем, вот так работает эта водянка дипкуловская. Через сколько там уже лет? Ну, не знаю. Год, два, три прошло. Я особо там не заморачивался, ничего и не чистил. Да, вот поигрывал. Не сказать, что прям очень регулярно, но в целом с ней вроде ничего не стало такого. И на видеокарту вроде как ничего не затекло, ничего не протекло. Было, что немножечко что-то там шуршать начинало, но хрен его знает, может это вообще в видеокарте дело. А так, да вроде как нормально все. Если что, вот так работают другие компы. Так темно-то. Кстати, руку видно.